Даже если опыта зимних купаний нет, не лишне загодя начать принимать контрастный душ, постепенно снижая температуру воды. Если же на подготовку времени уже нет, перед тем, как войти в прорубь, необходимо интенсивно размяться. Тело перед погружением обязательно должно быть нагретым. А вот употреблять спиртное тем, кто собирается окунуться в прорубь, категорически запрещается. В ледяную воду нужно входить постепенно, спокойно и также спокойно окунаться. Моржи со стажем могут находиться в ледяной воде до 20 минут, но новичкам стоит провести в проруби несколько секунд. Этого будет вполне достаточно, чтобы соблюсти традиции и окунуться трижды. Стоит заранее позаботиться и о своем возвращении на сушу. Приготовить полотенце, теплую обувь и одежду, которая должна легко застегиваться и расстегиваться. Обязательный атрибут моржа – термос с согревающим чаем после погружения. Тщательно вытершись полотенцем, укутавшись в теплой одежды и выпив горячего чая, нужно немедленно отправляться в теплое помещение.